современно, а главное – безопасно. Папа и мама осматривают детскую площадку после масштабной модернизации. В детской зоне по улице Чернышевского заменили все – от покрытия до малых архитектурных форм. Сейчас стало лучше, чем старая была площадка. Она как-то вот интереснее сделана и по зонам. Хорошее покрытие на площадке, корзины баскетбольные тоже хорошо. Ну, то есть, и что она огорожена. С запросом отремонтировать детскую площадку жители обратились к представителям администрации. В кратчайшие сроки специалисты выехали на место, провели все необходимые замеры и приступили к работам. Вместе с активистами партии «Единая Россия» родители и жильцы оценивали готовность ремонта. Такую практику взаимодействия горожан и представителей власти в округе инициировал глава Дмитрий Волошин. Она отражает принцип, озвученный губернатором Московской области Андреем Воробьевым: «Житель всегда прав». Жители в своих инициативах могут обращаться через домовые чаты к общественникам и к депутатам для того, чтобы решать какие-то вопросы в сфере коммунального хозяйства или благоустройства. На сегодняшний день в Химках модернизировали более 20 детских площадок. Ремонт каждой провели в соответствии с конкретными запросами горожан.